Ох уж эти мои любимые заготовочки на зиму. Кабачок нарезаю тонкой соломкой. Сначала кабачок нарезаю на лепесточки толщиной 5-7 мм. А теперь нарезаю по диагонали соломкой. Берем миску побольше и отправляю туда кабачок. Огурчики нарезаю также тонкой соломкой, как и кабачки. Репчатый лук нарезаю тоненькими полукольцами. Добавляю в салатик красный перчик. Теперь надо нарезать морковку. Конечно, можно ее натереть на специальной терке для корейской морковки, но у меня такой нет. Поэтому я возьму обычный нож для чистки овощей и просто тоненькими полосочками нарежу с помощью этого ножа. Друзья, вообще на нашем канале очень много хороших и простых рецептов. Обязательно к нам подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. Ну вот если полосочки получаются слишком длинные, их просто можно взять и разрезать пополам. Обязательно в салат добавляю зелень. Можно укроп и петрушку, но у меня сегодня будет просто петрушка. Миска моя оказалась маловата, поэтому пересыпаю в кастрюлю побольше все овощи, чтобы было удобно перемешивать. И теперь сюда выдавливаю чеснок. У меня довольно крупные зубчики, и я взяла 6. Вообще, чеснок добавляйте по своему вкусу. Если любите поострее, можно добавить 7-8 зубчиков. Поменьше, естественно, 3-4. Теперь добавляю специи. Сахар я кладу без горки. Все пропорции точные будут, как всегда, внизу под видео. Ложка соли. Растительное масло, уксус у меня 30%, черный молотый перец, чили перец, кориандр. А теперь берем большую ложку и все хорошо перемешиваем. Ну что, вот салатик я перемешала. Посмотрите уже, какой он красивый. Аромат уже бесподобный. В принципе, можно кушать. Друзья, теперь я оставляю этот салат, чтобы он хорошо промариновался. Примерно на 2-3 часа. И не забывайте примерно каждые 20-30 минут его перемешивать. Для того, чтобы хорошо промариновались все продукты. Прошло 2 часа, салат промариновался. Двигаемся дальше. Крышки заливаю кипятком. Баночки я уже простерилизовала. Обычно это делаю очень просто. Ставлю их в холодную духовку, включаю 100 градусов и стерилизую минут 5-10. В зависимости от размера баночек. Пол-литровые достаточно 5-7 минут. Ну а теперь хорошо еще раз перемешиваю салат и будем его накладывать в банки. Рассол, который остался от овощей, наливаю в баночки. Теперь банки накрываем крышками. Только крышки не закручиваем, просто накрываем. Теперь в кастрюлю кладем тряпочку или полотенчика и ставим в кастрюльку баночки. Заливаем банки холодной водой. Воды наливаем до плечиков баночки. Закрываем крышкой и отправляем на плиту. Вода закипела. Теперь немножко можно огонь уменьшить. И буду стерилизовать 15 минут на среднем огне. Прошло 15 минут. Салатики простерилизовались, готовы. Аккуратно достаем. Все очень горячее. А теперь баночки плотно закрываем крышками. И баночки мы переворачиваем. Накрываем пледом и оставляю их так до полного остывания. Потом банки можно хранить в любом прохладном месте, в принципе, даже в коридоре на полочке. А открываю я такие вкусные салатики через 3-4 недели, когда салат хорошо пропитается и настоится. Подписывайтесь на наш канал. Приятного вам аппетита! Прошу к столу!